Так, всем привет. Сейчас у нас комментарии по конкурсу на попадание в концепт. Первая у нас Люда. Что хочется сказать? Я бы не красил модель, чтобы показать именно не приукрашенный образ, а именно, как сказать, какие-то, может быть, сильные и слабые стороны. Брошь вот эта вот на голове, я не знаю, что это такое, прилепленная к... Скорее всего, это украшение, оно имеет вот такой ход, и оно крепится по всей поверхности головы. Здесь это вот прилипушка, которая просто на лбу, она, ну, не совсем в тему, да, и она еще таких ядовитых цветов, что мы сразу смотрим вот сюда, вообще без вариантов. Вот. Не есть Зергут. Я знаю, что Люда лепит мышкой, поэтому тут достаточно такие неровные вещи получаются. Надеюсь, что после лекции в группе кнопки по ретопологии меши будут получаться более ровными. Вот. Ну, тут надо работать над формой, над выравниванием. Губы это не годится. Форма носа тоже. Глаза, они сейчас слишком удивленные, то есть вот эти объемы, три объема, они не совсем верны. То есть я бы поразбирался еще с построением лица. То же самое вот здесь будет. Да, здесь нет таких, нету здесь этих трех объемов. Вот, то есть повнимательней с этими вещами. Так, Илья. Илюх, ну тут совсем базовый наборчик, то есть я тут, наверное, не смогу ничего прокомментировать. В форму не совсем попал, то есть даже вот если трехчетвертной смотреть, гляди вот на эти формы, то есть они строятся вот таким образом. Вот эта плоскость носа, эта плоскость лба. Вот это рот. Скулы здесь заходят аж до сюда. Скуловые кости. То есть все вот поэтому, по каким-то таким схемам строится. Может, конечно, далековато я начертил. Вот. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы был разбор по плоскостям. Здесь в этом образе очень сильно увеличена вот эта область, очень сильно акцентирована и практически слита вот эта, то есть она маленькая и где-то там спряталась, а здесь у нас получается такой увеличенный момент. А этот концепт не совсем удачный для проработки начинающим художникам в плане того, что здесь еще очень много огрехов. Вот эта длина рта, и непонятно, как идет, то есть плоскость лица идет здесь, а здесь она почему-то заворачивается. То есть как же тут простроено все, надо понимать, где оно там будет идти, куда заворачиваться. То есть губа пойдет, как далеко она там пойдет заворачиваться. Очень сложно. В заблуждение может ввести вот это вот ухо квадратное. То есть не рекомендовал бы этот образ для начала. Но вот этот совсем адовый вид. Да, тут такой циклоп получается. Тут совсем все плохо. Очень сложный выбрал образ. Так.
Тут тоже достаточно стилизованные формы, но здесь они прикольно стилизованные. И если делать вот эту модель, здесь акцент идет на заворот вот этой формы. То есть здесь получается пельмешка отсюда, и все это уходит туда, к уху. Получается одна такая большая завернутая форма, состоящая из двух. Потом все это держится на вот таком столбе, нос. И с помощью вот этого бриджа оно крепится вот к этой форме, которая выходит вперед. Очень крутая работа по дизайну, именно концепт, да, то есть у нас идет закрутка формы сюда, потом идет вот этот бридж, вот эта поддержка вот этой формы верхней и выход на нижнюю форму. То есть вот на эту часть. Это выкрутка в обратную сторону. И в то же время закрутка вот сюда, вовнутрь опять. Все как бы закручивается, все лицо закручивается в центр. Я утрировал, конечно, чтобы специально показать, как здесь происходит движение вот этих масс. К сожалению, здесь этого нет. Здесь достаточно усредненная голова. Сделано добротно, все хорошо, то есть чисто. Но с дизайном здесь нет вот той волны, которая задана вот именно здесь. Нет дизайна. Это очень усредненная часть. Вот такую я бы хотел получить вот здесь. А здесь явно есть, навыки лепки. И хотелось бы больше получить вот схему, которую я показывал. Именно вот с этими закрутками, с подкрутками, вот эти пельмени на столбе. Вот, то есть что-то такое более, более профессиональное. Вот. Было бы интересно посмотреть на это. Но работа достойная, хорошая, чистая. Но как для меня она немного не в дизайне. Вот. Как-то так. Так. Забавное крепление. Это, наверное, под шерстью просто сумка проходит. Мне нравится подача. Я, может быть, лапы сделал бы по-другому. То есть, если брать всего этого персонажика, то он состоит как бы из сферок и цилиндров, ну, таких, как вытянутых сферок, да, то есть эта форма, она идет вот таким образом. Она мягкая, она круглая, она вся круглая. Вся круглая, вот здесь подушечка, круглая подушечка. Здесь не очень аккуратно, и они сделаны треугольными. В дизайне на это обращают внимание очень сильно. Пальцы – это большие акценты. У нас первый акцент идет всегда на голову, второй идет на кисти, третий всегда идет на стопы. Вот. И, конечно же, учитывается общая форма. По общей форме рога маленькие, голова, наоборот, большая. То есть она больше, чем вот здесь. То есть тут туловище преобладает. Да, то есть вот он объем. И вот он объем. А тут вот он объем. И практически такой же объем идет вот здесь. Вот. И я думаю, что вот эти штуки, это... Ну, не стоит делать их такими объемными. Это лично мое мнение. Я бы, может быть, обозначил просто как-то как шерсть.
может быть, тоненько наметил бы. Если это нужно было бы, а так, может быть, на цвете сделал бы. Вот. Как-то так. Ну и шерсть здесь, она кругленькая тоже. Если посмотреть на всю эту картинку по дизайну, здесь острые, это только камни. Здесь даже зубы, они круглые. Это очень важно. Вот как-то так. То есть повнимательнее надо, во-первых, к пропорциям. Голова относительно лап, относительно туловища, относительно, я не знаю, даже вот размера пасти, да. То есть не совсем то. Форма головы не совсем та. Да, то есть здесь получается больше такая сфера. Вот она, полусфера. А здесь это все-таки не сфера. Здесь есть наклоны. И общий силуэт считывается вот таким образом. Мы скульпторы, и нам, как сказать, очень важно научиться передавать вот это вот ощущение вот этой вот базовой формы большой, если мы работаем с таким интересным дизайном. Он здесь больше на такое, на остренькое яйцо похож со всех сторон. Здесь этого немножко не случилось. Окей. Едем дальше. Так. Ничего себе. За неделю. Прикольно. Тут просто можно похлопать за то, что большой объем очень сделан за неделю. То есть сколько же свободного времени? Если разбирать по деталям, то здесь не совсем точное попадание в образ. То есть нижние конечности, если взять, форма пальцев, например. Да, они здесь совершенно другие. Пальцы, когти. Вот, то есть, как набросок, наверное. Да, наверное, пойдет. По форме. Что могу сказать по форме? Плечевой пояс у него уже. Смущает. Вот прям две вещи, которые сильно кидаются в глаза. Это вот эти вот вещи. Две вещи — это вот эти вот вещи. И вот это вот вещи. Все остальное, в принципе, можно пережить. Вот. А еще мне всегда преподаватели говорили, если ты начал где-то детализировать, то, как здесь, например, да, нельзя оставлять вот такое. То есть есть вещи, есть места, где есть детализация, и есть места, где еще полигоны виднеются. То есть для презентации кому-то такие штуки не годятся. В виде спереди что мы видим? Рука оторвана от торса. То есть она некорректно втыкается сюда. Посадка будет другая. Во-первых, она ближе упрется. Если у человека посмотреть, то вот здесь щелки вы не увидите. Здесь будут складки кожи от грудной мышцы. Ну и крепление мышц надо, конечно, тоже разбирать. Вот. Но на самом деле хочется отметить то, что за неделю крутой результат. То есть, если продолжить, мне кажется, будет круто. Так.
мы пойдем таким путем. То есть тут сделана половина. Половина. Такие образы всегда очень сложно разбирать, когда он трехчетвертной, и разобрать его, сделать качественно в виде спереди. Что мне здесь на концепте нравится, так это вот это движение, это волна. Очень круто. Такой верблюд получается. То есть вот эта вот форма пошла. И на 3D модели оно здесь есть, но вот в три четверти она стоит, и этого не видно из-за, возможно, из-за камеры, возможно, из-за размера ушей. То есть здесь они здоровые, но они легкие. То есть здесь они очень тяжелые уши. То есть, может быть, стоит обратить внимание на это. Вообще, если делаем такие большие уши, надо очень сильно к ним присматриваться. То есть не утяжеляют ли они нам объем головы. Вот. Складка на животе, скорее всего, будет более ровной, потому что там идет вот эта часть поднимается, вот это. А вот так будет находиться. Если это персонаж согнутый, то там идет работа двух объемов. У нас таз выкручивается наверх, что для него не свойственно. Нормальное положение его вот так находиться, да, он, получается, выкручивается наверх. Грудная клетка выкручивается вперед. То есть нормальное... Блин, еще раз, заново. Нормальное положение у нас. Сейчас. Таз, грудная клетка. А в этом случае он выкручивается в другую сторону. То есть, как бы получается, что позвоночник у нас здесь шел так, а теперь он идет вот так. То есть, сейчас другим цветом покажу, что имелось в виду. Вот эта часть, она сползает вот сюда. То есть она закручивается вот сюда. Раз, такая и закрутилась. И с грудной клеткой происходит такой же поворот. Она закручивается сюда. То есть это сюда, это сюда. Из-за этого мягкие ткани, которые находятся тут, получается вот в такой складке. И вот эта часть, она будет больше, глубже заходить туда. Здесь будет нависать грудная клетка. Вот, ну окей. Микродетализация, а больших форм нет. Хотя здесь есть формы, которые достойны внимания. Много средних деталей, очень средних, на ушах даже вот присутствуют такие прям, ну не мелкие средние. Хотелось бы сделать более легкие уши. То есть именно с дизайном поработать, а не с деталями. Вот здесь все достаточно гармонично. Окей. Так, это покрашенный. Ну вот я поработал бы больше над дизайном, конечно. Так. А тут достаточно скромные вот эти вещи.
на концепте они четко задают ход. И поломалась. То есть здесь очень много держится на вот этих плоскостях, на жестких углах. То есть дизайн весь такой рубленый. И было бы круто, если бы в работе было это подчеркнуто. Так, персонаж как набросок хороший. Но я бы вот продолжил и сделал более такой рубленый дизайн, такой проработанный. Дизайн более ограненный. Вот. Здесь все более мягкое. И я бы не стал красить. Вот поработал бы над формой больше. Попытался бы прочувствовать форму. Вот. То есть, если мы учимся, ну, если мы как куда-то в галерею выкладываем, да, это хорошо, когда мы красим, рендерим красиво. А если мы для себя делаем, нам не обязательно это украшательство наносить, да, то есть руки вот так красить, чтобы они были похожи на референс. Нам надо форму передать похожую, стиль похожий передать, изгиб, да, формы, как идет вот эта вот динамическая форма. То есть персонаж статический, у него статичный. Он стоит в контрапосте. В неправильном, правда, но все равно стоит. Ну, бог с ним. Вот этот изгиб, да, опорную ногу. Если знаете, как делать наклон таза в сторону расслабленной ноги, поворот грудной клетки в противоположную сторону, то это будет только плюсом. Вот. Как-то так. И мне кажется, это больше девочка. А это больше мальчик. Еще с таким носом длинным. Тут коротенький нос видно. Вот он глаз. То есть вот он нос будет. Хотя здесь на скетче лицо достаточно такое. Есть поза и сермат как раз. Но вот теперь мне рубленности не хватает. Нашел до чего доклеваться. Не хватает углов острых. Было бы более стильно. Ну и надо со штанами разобраться. То есть не уверен я, что вот эти вот алибабашки будут именно так. То есть посмотреть крой вот этой мотни. Референсы прочекать. То есть, когда мы работаем по концептам, мы работаем не только по картинке. Обычно, когда приходит концепт, мы открываем кучу всяких дополнительных изображений и работаем с ними. Вот, кстати, здесь нет таких складок. Видно, что мотня мотней, но здесь не намечено такого количества складок. Вот. Как-то так. Ну, собственно, все. Ура, ура. Все молодцы. Продолжаем дальше двигаться. Конкурсы у нас теперь пойдут каждую неделю. И разбирать, к сожалению, мы будем не все. Будут три призера каждую неделю. И по прошествии 4 конкурсов 12 человек, кто первое, второе, третье место получит, те работы мы будем рассматривать. Вот. Мы думаем, что это будет неплохо. Стремление к победе, опять же, воспитывать. Вот. Как-то так. Все, ребят, спасибо. Пока.